Итак, скоро, а именно с 21 по 25 июня на торговой площадке AliExpress будут премьеры и грандиозные скидки. Сейчас уже можно выхватить купон AliExpress и есть возможность обменять монеты на купоны. Не упустите свой шанс. Заходите чаще в приложение. О появлении купонов уже был пост в Instagram, а интересные варианты для покупок и промокоды всегда есть в телеге. Хотите экономить, подписывайтесь и будьте в курсе новостей. Интересная новинка нас ждет от компании Infinix, а именно Note 10 Pro. Экран почти 7 дюймов, 90 Гц, но любит Infinix большие экраны. Интеллектуальный игровой ускоритель для помощи в играх, и который по заверениям производителя снижает температуру на 4 градуса. Процессор Helio G95, два динамика с хорошим звуком, быстрая зарядка, батарея на 5000 мАч, кстати, обещают 600 циклов зарядки аккума. Основная камера на 64 мегапикселя и традиционно с камерами у Infinix все хорошо. Этот смартфон я однозначно закажу на обзор. Следующая новинка будет Realme GT 5G. Такой себе игровой монстр. Итак, процессор. Dragon 3 восьмерки. Экран 6,43 дюйма AMOLED. Full HD Plus 120 Гц. Оперативной памяти 8 или же 12 ГБ. LPDDR5 и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. UFS 3.1. Камера 64 мегапикселя, 2 динамика, Dolby Atmos, батарея 4500 мАч. Цена без купонов и промокода будет стартовать от $429. Новинка от компании Dudge. Смартфон Dudge S97 Pro. В смартфоне процессор от компании MediaTek Helio G95. Экран 6,39 дюйма с разрешением 1560 на 720. Оперативной памяти 8, постоянная 128 ГБ. Основные сенсоры камер от компании Samsung. Аккумулятор 8500 мАч. Bluetooth 5.0 NFC. 21 июня этот смартфон можно будет купить за $220. А с доплатой в $10 вы сможете получить умные часы или же смартфон. Как утверждает продавец, выбор будет рандомный. Новинка OnePlus Nord SE 5G. Это тоже интересное предложение. Процессор Dragon 750G. Экран 6,43 дюйма AMOLED с разрешением 2400 на 1080 90 Гц. Памяти 8 ГБ на 128 или же 12 на 256. Аккумулятор 4500 мАч. NFC присутствует. Я вам рассказал о новинках, которые можно будет приобрести с 21 по 25 июня по самой лучшей цене. В описании к видео будет гораздо больше вариантов. Всем удачных покупок!